Добрый день, дорогие друзья. Вот этот обзор будет по городу Березовскому. Вот здесь есть такой исторический памятник Владимиру Ильичу Ленину. Он здесь был поставлен. В свое время его здесь не было еще в СССР, но вот он сейчас здесь в России поставлен. А перед вами сейчас находится аллея города Березовского. Центральная вот здесь аллея. Здесь пройдем, прогуляемся мы по аллее. Посмотрите, как все сделано. Как раз вот выпал снег. Вчера еще снега не было. Сегодня с утра уже снег. О погоде, если это. Вот на этой аллее когда-то я в свое время ходил на секцию вольной борьбы в городе Березовском. Ходилась она на Октябрьском. Там я тренировался 5 лет до армии. Вот это аллея, по ней идем. Аллея города Березовского. Там в обзоре уже есть, вот там вдали видно ДК Шахтеров. ДК. Вот идем дальше. Там чуть ниже спустимся. Будет церковь. О ней тоже репортаж сделаем. Сделаем видео. Разместим на канале YouTube и сбросим своим друзьям. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш «Путешествие автомобилей». Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем здоровья, счастья, исполнения всех ваших желаний. Всего вам доброго, дорогие друзья.